ЧП на юге. В Шымкенте неизвестным газом отравились дети и взрослые. Учеников и педагогов одной из школы эвакуировали. Медицинская помощь понадобилась 9, включая 4 детей. Жители рассказали, что неприятный запах почувствовали еще 2 дня назад. Бахром Абдуллаев с подробностями. Окна и двери школы нараспашку, вместо детей врачи скорой помощи, полицейские, спасатели и газовики. Так начался день в школе номер 37. По словам директора, удушающий запах появился еще 16 марта. В тот день учеников и педагогов отпустили по домам. Пришлось вести уроки онлайн. Мы сообщили во все инстанции, включая районные акиматы и управление образования. Сегодня все пришли в школу как обычно, но потом 3 учеников и 2 учителей пожаловались на тошноту и головокружение. Их увезли в больницу. Всех детей и педагогов эвакуировали. Едкий кисло-горький запах остро ощущается даже на открытом воздухе. От него трудно дышать. Першит в горле и слезятся глаза. У здания школы собрались и жители улицы Клара Цеткин. По их словам, неприятный запах пробрался в их дома. Они говорят, что не один год просят найти источник зловония. Пока люди говорили, одной женщине стало плохо. Семья Моналтова Адам. У меня семья большая, 16 человек, 6 из них дети. Мы их отправили к родственникам из-за этого запаха. Я страдаю аллергической астмой, и если я раньше делала 1 укол в день, то сегодня пришлось сделать 3. Вчера я ходила в ЦОН, там стояла аварийная машина 104, тоже запах невозможно. Всех людей эвакуировали оттуда. Но канализацию нам 2-3 года назад провели. А как они вложили, какие там нормативы, какие, что мы же простой народ, мы не знаем же. Вот. И после этого начался вот этот запах. Люди уверяют, что своими силами пытались закупорить канализационные люки. Не помогло. Водоснабжающие компании говорят, что уже выявили нарушение в индустриальной зоне. Обнаружили открытый коллектор. По этому коллектору шел поток массы жидкой с маслянистым оттенком. На место обнаружения колодца были вызваны представители экологии, полицейские. Омахта жағымсыз иіс пайда болған жөнде. При предельно допустимой концентрации забора воздуха 0,3% загрязнение превышало в 10 раз. Это мы проводили замер именно в этом районе. А по улице Клары Цеткина предельная норма превышала в 5 раз. В 37-й школе съехались все структуры города, в их числе и аким Шымкента. Мурат Айтенов провел совещание и пообещал, что дополнительные подробности сообщат в ближайшие дни. Да, я просто закрытое совещание провожу, если можно. Просто здесь сейчас будем выявлять все. Я сам буду ездить. Мы по завершению, мы доложимся перед вами. Бахром Абдуллаев, Жансерик Боромбаев, Информбюро, Шымкент. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.